Друзья, всем привет! Продолжаем серию средиземноморских рассказов. Сегодня хочу сейчас рассказать об омеге-3. Вот мы с тобой взяли три оздоровительных продукта. Всегда вот они с вами в дороге. Это питьевой гель Aloe Vera. О нем я уже видео показывал. Это Pro Balance. И это омега-3. О предыдущих двух продуктах я уже рассказал, о дозировках. Теперь будем говорить об омеге-3. Коротко, для чего нужен, вы уже знаете, скорее всего, это для наших суставов крайне необходимо. Это он очень хорошо, особенно когда в суставах воспалительные процессы идут, это полиартриты, артриты, артрозы, очень замечательно. Там они сопровождаются все воспалительными процессами. Это инфекционные, как правило, заболевания, связаны 90%, да? И вот он очень хорошо эти воспалительные процессы убирает. Это крайне необходимо для нашего мозга. Это полиненасыщенные жирные кислоты, а мозг на 20% состоит из жиров, правильных жиров, то есть, да. И ему это очень необходимо, нервные клетки наши, для них это очень полезно. Это нейроны, нервные клетки называются, и вот он является как бы их защитной функцией, которая позволяет очень хорошо мозгу работать и устранять многие проблемы, скажем так. И это незаменимо. Это коротко я сейчас рассказываю просто-напросто, потому что речь пойдет больше о дозировках. И последний момент, это, ну, какой не последний, конечно, у него очень много других достоинств, но основные такие я перечислил. Это сердце. Это наше сердце, это нехватка именно этих ненасыщенных жирных кислот вызывает в основном все заболевания сердечных сосудов. Вот в странах, где кушают много рыбы, где он содержится в достаточном количестве, да, холодноводной рыбы, как правило, сердечные заболевания в разы меньше встречаются. Это достоверный факт. Так что вот это тоже вот не рыбий жир, а рыбный жир. Это из мышечной ткани рыбы извлекается. Это тоже отдельная тема, не буду сейчас на этом останавливаться. Так вот, многие спрашивают, как его пить. Его, как указано на баночке, да, вот так и пить. По одной капсуле 3 раза в день. Как правило, он таких эффектов очистительных, как мы говорили, у Aloe или Pro Balance, он не вызывает. Я, во всяком случае, этого не наблюдал ни разу. У взрослых и у детей практически одна и та же дозировка. Здесь примерно суточная доза этих ненасыщенных жирных кислот есть, но чтобы получать эту дозу, ну, если в сравнении с рыбой, опять-таки, рыба определенных сортов, холодноводных, это сложно кому-то из вас сделать, но чтобы было понятно, с чем идет, чтобы получить ту же дозировку суточную, надо чтобы сердце и другие органы были здоровы, надо потреблять вот, холодноводных рыб примерно 5 дней в неделю, именно определенных сортов. Это 150 грамм в день надо есть этой рыбы. Теперь скажите, кто из вас в день, 5 дней в неделю, есть 150 грамм рыбы, красной рыбы, там, лососины, там, или тех же сортов холодноводных рыб, это сельдь, скажем, да, определенных сортов, да, вот, ну, я думаю, сейчас все перечислять, вот. Кто из вас это есть? Никто. Вот поэтому у нас мы все ходим с больным сердцем. То есть здесь суточная дозировка этого есть, в 3 капсулах она выражается. Пить надо обязательно, или во время еды, или сразу после еды. С чем это связано? Это полиненасыщенные жирные кислоты, они усваиваются именно с жирами, с пищей, ну, содержащие жиры. Если вы даже кажется, что вы едите не жирную пищу, ничего страшного. Главное, чтобы это было с едой. Потому что здесь еще нужны другие компоненты из пищи, которые тоже помогают быстрее усваиваться. Это целая наука, не буду сейчас на всем подробно останавливаться, чтобы видео не получилось слишком длинным. У детей такая же дозировка. Многие жалуются, что капсула вот неудобная, она большая, я сам из таких же категорий был. Мне она сказала, что в горло не проходит. Просто надо правильно научиться пить, и все нормально. Проскакивает только так. Интересно, кстати, продумано все, грамотно все делается. И еще спрашивают, можно ли совмещать с гелями. Его, вот если я Pro Balance и гели рекомендую разделять хотя бы, ну, на определенный период, да, в начальном периоде, да, то этот продукт можно принимать и с гелем с первого дня, и с Pro Balance с первого дня, с любым продуктом можно его принимать, начинать с него сразу по той же дозировке. Это будет все нормально, ничего не бойтесь, все будет хорошо. То есть пьем, оздоравливаемся, не болеем. Так что, если видео было для вас полезно, как всегда, ставите лайк. Вы знаете, как это делать, мне вас учить не надо. Подписывайтесь на мой канал. Ты еще не подписался на мой канал? А зря, я бы рекомендовал. И добавляйтесь в соцсети, в друзьях. Ты еще не добавился? Зря, я добавился. В Инстаграм,
Facebook, ВКонтакте. Буду рад ответить на любой ваш вопрос, буду рад быть для вас полезным. Удачи, до новых встреч, с вами был Аслан Артугов со Средиземного моря. Всего доброго!